Сегодня в меню – закуска крокусы. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Соль – по вкусу. Чеснок – 1 зубчик. Творог 9% – 100 грамм. Яйцо – 5 штук, крупное. Майонез – 1 чайная ложка. Зеленый лук, листья салата, по вкусу. Свекольный сок, 1 стакан, свежевыжатый. Понадобится немного терпения, хорошее настроение и свежайшие яйца, зеленый лук, листья салата. Также добавлен в начинку творог и чеснок, ведь у крокусов должна быть нежно-желтая серединка внутри. Но с начинками можно экспериментировать, только не добавляйте очень темные продукты, от этого цветы будут казаться мрачными и ненарядными. Удачи! Подготовьте необходимые продукты, приступим. Отварите яйца вкрутую. Остудите, очень осторожно снимите скорлупу, чтобы не повредить белок. Целые вареные яйца положите в глубокую тарелочку, залейте свекольным соком, добавьте немного холодной кипяченой воды, чтобы яйца были полностью покрыты. Оставьте на 5 минут. Окрашенные яйца достаньте, бумажным полотенцем осторожно промокните. На каждом яйце сделайте крестообразный надрез, примерно до половины. Осторожно, старайтесь не повредить будущие лепестки крокуса. Маленькой ложечкой, например кофейной, извлеките желтки. Соедините их с творогом, чесноком, солью и майонезом. Не стоит добавлять майонеза больше, иначе начинка будет жидкой и не удержится внутри яйца. У вас должна получиться однородная желтая масса, не жидкая. Наполните кондитерский мешок желтковой массой, завяжите край, отрежьте уголок, небольшое отверстие, так удобнее наполнять. Возьмите в руки белок, очень осторожно введите внутрь яйца, кондитерский пакет и наполните яйца начинкой так, чтобы его немного расперло, это даст эффект открытых лепестков. Деревянные шпажки отмерьте нужной длины, наденьте на каждое луковое перо. Воткните стебельки в головки цветов. Например, положите их на ложки, чтобы показать вам приоткрытые цветочки во всей красе. На тарелку положите листья салата, сверху цветы, перья зеленого лука. Вот такой букет получился. Отличный сюрприз, подарок, на день Святого Валентина, 8 марта и так далее. Берите на заметку. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители! Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом рецепте друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!